10 мая в Магадане. Люди устали сидеть дома и пытаются заехать на сопку, на природу. Ну, это так сказать, что на сопку. Это район, я думаю, вы его узнали, танкодром. Холодно, товарищи, плюс 7, сильнючий ветер. И у нас снег везде лежит. Было солнышко, но ветер такой, что мерзнут руки. Купили мясо готового в магазине, сделали шашлыки. Мне много не надо, оторвались настолько хорошо. И снега столько, что здесь не проберешься. Я там видела киски. Киски. Ну, киски — это верба пушистая. Хотела сфотографировать поближе, но не пройти. И снег такой грязный, черный. И мокрый, видите, сразу стоишь, ой, и проваливаешься. А машины подъезжают, подъезжают, хотят где-то встать, а встать негде. Тут, конечно, грязно. Вот сейчас такое время грязнючее. И поэтому я вам особо не снимаю, потому что здесь вот такая видимость, вот не очень красивые виды, но негде сейчас. За город не выйдешь. На море тоже как-то неудобняк стоят с шашлыками. Хотя я понимаю, что многие выехали. Но хочется уже на природу. Особенно, когда с семьей. Народ прямо в масках выходит из машины. Ну, типа здесь вирус ходит. Ну, да ладно. Дышать воздухом полезней, чем дома сидеть и болеть дома. Вот такая у нас погода сегодня. 10 мая. Ой, хотела там пройтись, но увы. Увы, здесь вот так вот. Люди вот из этих домов сейчас с собачками гуляли, выходили. Но снег мокрый-мокрый, потому что все-таки плюсовая температура. И туда вот дальше идти нельзя, там вообще ноги в воде будут. И до кисок я не дойду. В общем, вот такая вот у нас погода, природа. Смотрю в Инстаграм, сады у кого-то цветут, зелено, тепло. А тут вроде как плюс 7, с ледяным ветром, буквально с ледяным. Руки прям вот мерзнут. А учитывая, что я за рулем, это значит не пьем, то водитель замерз и подмерз. Даже лужи, такие лужи. Наверное, после Нового года петарды валяются. Оставляют после себя свинарник, к сожалению. Ой, все устали дома сидеть. Смотрите, какие вдали сопки белые, высокие. На сопке, где стоит монумент Маска скорби, снега практически нет. А те сопки, которые вдали, они еще в снегу. Так же, как и Марчиканская сопка, на которой мы находимся. Я просто не могу показать здесь ее, потому что здесь такой вид не очень красивый. То есть здесь разбитые вот эти гаражи. Мы возле столовой находимся. Ну вот, а там, смотрите, сколько снега. Много-много. Ну, люди, народ выехал просто погулять. Молодцы. С детьми. Ой, ну я представляю, как они все дома замучились с детьми сидеть. Мы-то с кошкой сидим. Нам нормально. А, кстати, ну вот я не знаю, видно, не видно, море, бухта Гертнера. Видите, среди домов. Солнышко на горняке. У нас тоже было солнышко, но куда-то оно исчезло. Будем надеяться, что скоро эта самоизоляция закончится. И к нам придет тепло, и мы будем выезжать на море, на природу. Побываем на снежке, очень хочется там побывать. И поснимать хочется. Так что ждем лето. До него осталось всего 20 дней.